Вітаємо, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. Сьогодні 26 квітня 1986 року, саме сьогодні, о 1-й годині, 23-й хвилині і 44-й секунді за київським часом, відбулися два певні такі вибухи з перервою у 2 секунди на Чорнобильській атомній електростанції. Внаслідок них у повітря було викинута певна така сумарна радіація ізотопів, вона складала 50 мільйонів кюрі. Щоб ви могли собі уявити, це там не якісь наукові цифри, а саме ця норма, вона була в 30-40 разів більше, ніж від вибуху бомби у Хіросімі у 45-му році. Тож можете собі уявити, яких наслідків повинно було очікувати. Від вибуху і при гасінні пожежі, що тривало близько 10 днів, загинуло 31 особа і більше 200 було госпіталізовано. За неофіційною статистикою, в Україні померло не менше 15 тисяч людей, які були уражені в результаті вибуху, взагалі в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Детальніше про цю катастрофу ми ще поговоримо впродовж нашого ефіру, а зараз пропоную розпочати наш історичний флешбек. Розпочинаємо його 1514 роком, адже саме тоді польський астроном Микола Копернік провів своє певне таке спостереження за планетою Сатурн. На підставі цього і наступних таких же наукових досліджень, спостережень, він зробив висновок, що сонячна система, вона рухається по геліоцентричному принципу. Тобто, по суті, коли всі планети рухаються не по колу, а з допомогою еліпса, але все-таки мають в собі якийсь центр. Ну, центр у нас, звісно, є Сонце. 1783 рік 13-літній Людвіг ван Бетховен призначений музикантом клавішних інструментів придворного оркестру в Боні. 1840 рік з друку вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка. А в 1962 році сталася знову ж таки певна така подія, пов'язана із космосом, а саме запущений англо-американський супутник «Аріель». Це було перше таке земне, точніше, тіло, така конструкція, яка була в космосі, і вона була в першого міжнародного зразка. Також у 1964 році у світ вийшов перший диск легендарного гурту The Rolling Stones. 1965 рік у Києві вперше вийшла в ефір радіостанція «Промінь», а також цього дня, в 2001 році, Генеральною асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності було встановлено Всесвітній день інтелектуальної власності. Тож сьогодні святкуємо ще от таку потрібну річ для нас. Саме так. Ну, далі пропоную перейти до наших іменинників, тобто тих відомих особистостей, які народилися цього дня. Розпочинаємо ми 1887-м, адже саме тоді народився Іван Кавалерідзець, український скульптор, кінорежисер і сценарист. Ну, також цього дня, у 1890 році, народився Микола Зеров, це відомий український літературознавець та письменник. В 1985 році цього дня народився Артем Федецький, український футболіст, захисник збірної України та футбольного клубу «Дніпро». Ось такі відомі особистості народилися цього дня. Такі цікаві факти відбулися в історії цього дня, але це ще не вся інформація, яку ми для вас підготували. Пропоную далі подивитися обличчя нашої Черкащини, після чого ми повернемося із гостями нашої студії. – 1987 рік. У Черкаському зоопарку починає працювати лікар-ветеринар Євген Ван. У скрутні 90-ті заклад у занедбаному стані. Тварини перебувають там у неналежних умовах, а у відвідувачів лише негативні відгуки. У 2007-му Ван очолює зоопарк. – Я розумів, що я повинен тут щось зробити, для того, щоб хоча б на якесь час, скажем, вырвать этот зоопарк черкасский, вывести на какой-то определенный уровень, а дальше, когда он уже сможет как бы самостоятельно, скажем, плавать, вот такое дело, тут уже он уже сам на себя будет работать в данной ситуации. Да? Главное создать хороший коллектив, который дальше будет толкать его дальше. Нині одне з улюблених місць черкаських дітлахів і дорослих змінилося до невпізнаваності. У теплий період зоопарк налічує 12-16 тисяч відвідувачів. Тут постійно кипить робота, змінюються експозиції, проводиться ремонт. Все це завдяки ініціативному та суворому директору. Колектив свого керівника поважає. Наталія поєднує навчання із роботою. Каже, незважаючи на всі труднощі, працювати комфортно. Доволі таки добра людина, він завжди може там війти в положення, десь допомогти, десь щось підсказати, але не дивлячись на це, він доволі суворий. Тобто дисципліна для нього – це саме таке необхідне, що він вимагає, по суті.
А от вище керівництво своїм співробітником пишається і цінує. Таких ідейних, цілеспрямованих, працьовитих – годі шукати. Іван є прикладом такого сучасного керівника. Тобто керівник, який докладає максимум зусиль для того, щоб його заклад розвивався. Тому що дійсно за останні, от я можу так проаналізувати, 5 років, що все-таки рівень Черкаського міського зоопарку піднявся до таких уже, я б навіть можу так, не боюсь сказати це слово, сучасних європейських стандартів. Від грандіозних змін відвідувачі відгукуються лише позитивно. Нам дуже подобається зоопарк. Ми самі з Черкас, кожен місяць, а то й чаще ходимо сюди. Директор тоже постоянно, как не придем, он на работе постоянно, ходит, видно, смотрит и очень классно делает, вольеры обустраивают, животные хоть видно, что ожили сами, что их состояние лучше, нам очень нравится. Незважаючи на численні пропозиції залишити Черкаський зоопарк, Євген Ван категорично відмовляється. Человек, который начинает какое-то определенное дело, он должен его довести до ума. А вот все проекты, которые здесь в зоопарке, они придуманы мной. И оставить свой проект незавершенным мне не хотелось бы. Вот поэтому я хочу завершить уже полностью реконструкцию, да, вот таким, как я ее вижу. Завдяки наполегливій праці директора зоопарк увійшов до Азіатської регіональної асоціації зоопарків. І у Черкаському, єдиному в Україні, є отруйна колекція, куратором якої є і сам Євген Ван. Такі віддані улюбленій справі люди, як герой нашого сюжету, і формують обличчя Черкащини. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що сьогодні 26 квітня – день шанування пам'яті героїв, а також ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Саме сьогодні ми запросили до нашої студії гостя, з яким будемо спілкуватися про цю тему. Вітаємо нас в гостях. Вітаємо вас. Добрий день. Дмитро, ви у нас вже у студії не вперше, але все ж таки для тих, хто тільки для нас приєднався, хто не знайомі з вами, можете, будь ласка, нагадати, як саме ви опинилися у зоні відчуження? На атомній станції по ліквідації, да? Могу. Значить, 26-го произошла трагедія, взрыв на атомной станции. Я в то время работал в Киеве, в Министерстве, в Управлении пожарной охраны республики, как тогда называли. И уже 5 мая меня послали туда, в зону, в качестве помощника начальника противопожарной службы. Был такой ныне покойный, царство небесное, генерал-майор Кимстач. Из Москвы прибыл, и меня назначили его помощником. Меня и еще 2 человек. И мы прибыли 5 числа в зону и приступили непосредственно в Чернобыль, пожарную часть, и там сразу включились в работу по организации всех этих проблем, которые были, возникали и какие должны были решать пожарная охрана. Особисто вам було не страшно опинитися там, хвилюватися про те, що це може вплинути на ваше здоров'я, на здоров'я ваших колег? Та це все нове було, ви знаєте, щоб там страшно, як-то об этом не думали. Ну, виконували просто от обов'язаність. Нас просто як командирували. Сказали, от їжджайте в командировку, ви являєтесь такой-то, значить, ваша обов'язаність бути помощником, виконувати указання руководителя, і все. А щоб так страшно було, я би не сказав. Це потім вже було немного необычно, коли уже увидели все это напрямую, как бы там, на станции, в Припяти, это особенно, когда мы приехали в Припять, ну, было жутковато, город практически, вот кажется, еще, вот-вот люди были, а это все пустое, все, никого нет. Вот то, что по телевизору показывали, что действительно там в песочницах куклы пооставались, так оно и было. Вот это жутковато. А так, чтобы страх такой... Ну, в общем, было так, что еще о страхе не думали. Це вже потім. А про радіацію коли дізналися, що це таке взагалі, і чи, можливо, якось відчувався її от, якось по організму, можливо? Це якщо, коли вже там був? Так, так, так. А, коли там був, то я одразу відчув, да не тільки я, всі це горло почало боліти. Ну, потім врачі сказали, що, видимо, це там щитовидка реагує. Горло. От. А так, щоб якусь... Ну, реальное ощущение какое-то получить, такого не было. Говорили, что тут не ходите, там не ездите, туда не надо, потому что это опасно. Потому что это радиация, что она была не только, вот, допустим, в общем, скажем, по всей
территории, скажем, станции там, или еще что-то. Она была же и вот точечная. Там разлетели, здесь 200 рентгенов, тут один рентген. Так что это была проблема, в принципе, если бы не дозиметристы, которые потом уже, это поначалу тяжело было, а потом уже, когда сделали обследование и сделали такое, вернее, не сделали, правильно сказать, составили карту зараженности местности. Вот. Тогда уже было более реально, можно было принимать, ну, скажем так, решение, куда, допустим, технику ставить, куда людей направлять, чтобы меньше было угроз, ну, и поражения радиации и так далее. А так пока... Ну, тогда, в первый период, это, я же говорю, я был с 5 мая по 13 мая, было сложно определить, вот, где радиация, где она наиболее опасная, где она может повлиять и так далее. Розкажіть саме, як відбувався процес ліквідації внаслідки після такої катастрофи? Що входило у ваші обов'язки? А що іменно в мої обов'язки? Да. Ну, немножко такої, значить, предыстории, что ли. Получается так, после аварии, значить, вся эта, ну, вся начинка реактора разлетелась, понятно, значит, по всей территории и так далее, в том числе и графит. Вот почему графит, он очень раскаленный, который применяется в реакторе. Может, я технически неграмотно говорю, но смысл такой. Применяется он в реакторе, и он имел такую большую температуру, не помню, или 3 или 1000, или 5000, ну что-то такое. Короче, этот графит, вот почему он попал на крышу, на покрытие машинного зала, почему начался пожар. Вот, начался пожар, и поэтому, если бы покрытие этого машинного зала было не сгораемое, то это там тушить не надо было, и пожарным туда бы не надо было их посылать, и не было той беды, которая произошла с нашими коллегами, которые после этого, в результате этого погибли, умерли. И вот под реактором образовалось пространство, и вся вода, которая, значит, реактор охлаждения, он же подвергался охлаждению, вся вода ушла вниз, вот это подреакторное пространство. Ну, и, во-первых, это ж не... наши ученые, я присутствовал на заседаниях вот этих всех комиссий, там много комиссий, что решать, что делать, не могли решить, что конкретно делать. Ну, в первую очередь надо было откачать вот это вот подреакторное пространство в воду. И мы как раз приехали, сменяли наших товарищей, уже были там наши товарищи, приехали к тому моменту, когда закончилась откачка воды. Откачка воды, вот. Но возникла угроза, об этом уже где-то писали, сразу об этом не говорили, что реактор, он находится на такой конструкции, типа консоли, он мог оборваться как бы с своей этой места и упасть непосредственно на землю. И тогда, учитывая то, что он имеет большую температуру, вот эти все там конструкции, мог прожечь эту землю на глубину 50-70 метров. То есть за это, ну это как нам говорили, я же не специалист, значит, то есть прожечь землю и задеть вот все эти водоносные слои, которые питают Европу, не только Украину и так далее. Вот, и была страшная беда, если бы это произошло. И, естественно, атом взрыв. Это я не пугаю, это как мне рассказывали, как это все было, я ж на явности это все на заседаниях слышал. Вот, и когда откачали воду, было принято решение под вот эту вот пустоту, скажем так, попроще, закачать бетон, чтобы, если вдруг она оборвется, то ляжет подушка на подушку бетонную. И вот мне генерал Кимстович поручил создать отряд, так называемый, который обеспечивал бесперебойную подачу воды на приготовление вот этой бетонной смеси. Вот это моя была задача. Там же сборная была с Украины, приехали. В отряд мой входило, значит, бойцы пожарные и водители с Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Киевской областей. Нас было всего 15 человек. Мы приехали непосредственно на станцию, провели разведку, где установить ПНС, это пожарные насосные станции большой производительности, где проложить рукавные линии,
к тем... С Иваном Франковским как раз прислали такие машины, где, на которых было оборудование для приготовления, все это. И мы должны были питать вот эти линии пожарными, с помощью пожарных рукавов, вот эти машины, подавать воду. Но тут еще был один был такой нюанс, что надо было подавать бесперебойно. Там какой-то промежуток разрыва не допускался, потому что если бы вода не пошла, произошел срыв, значит, застывала вся эта масса питона, которая подавалась уже непосредственно под реактор, приходилось все менять. Поэтому ответственность была большая, но мы дублировали значит, магистральные, рабочие линии, это специфика такая наша пожарная. Это, короче, создали такую насосно-рукавную систему, которая бесперебойно обеспечила подачу воды для этого, для приготовления раствора. Это где-то уже мы начали 7 числа рано утром, я помню. Потом это все продолжалось в течение 2 суток, и 9 мая нам уже сообщили, что мы закачали достаточное количество бетона, создалось достаточное количество, вернее, достаточная толщина этого слоя, то есть подушки, что уже если вдруг произойдет обрыв, то уже это не так уже будет опасно. И вот, в общем, 9 мая мы это отпраздновали. Под День Победы и общеизвестный, и День Победы, что мы немножко... реактор, значит, с помощью вот этой вот создания подушек. Там, конечно, не только пожарная охрана, там работало большое количество шахтеров, и специалистов, там масса людей была. Но 9 мая уже все легко, полегче вздохнули, что будет, ну, не будет такой беды. Ну, далее реактор все-таки він не обвалився, чи все, ні, і все було нормально? Ні, далі, так? Нічого, так все осталось. Нам говорили, ми ж, я ж ні, там не був. Зрозуміло, ще до вас таке запитання. От вже, по суті, минає 31-й рік після того, як була Чорнобильська катастрофа. Чи відчувається зараз її вплив от на ваш організм якось? Чи існують якісь такі проблеми? Ну, слава Богу, живий ще потім. От уже скільки років пройшло. Ну, к сожалению, звісно, здоров'я, ви знаєте, з возрастом так или иначе, но не улучшається. Но то, що дуже багато моїх колег, моїх так, тех сослуживших, которые были, уже ушли в мир иной. А многие, и тоже, которые очень, ну, как бы вам сказать, поимели от этой радиации, и сейчас инвалиды, и в тяжелом состоянии. И, ну, в общем, картина такая, что ничего хорошего, в принципе. Эта авария не принесла людям, кто там участвовал. Конечно, есть и пострадавшие, есть уже много умерших. Вот. Дай Бог, чтобы кто живой, пусть и жили, пусть живут дальше, чтобы им как можно больше продлить жизнь. Ну, поэтому, конечно, вот к этому и поэтому и должно наше государство как-то об этом все-таки думать. Мы об этом говорим уже много. Вот, к сожалению, это говорится раз в году, когда вот эта трагедия. Годовщина отмечает, не празднует, отмечает. Вот. Все говорят, говорят, а толку? Честно говоря, нет. Никакого. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи є от така от вимога, що ті, хто був учасником, ліквідатором Чорнобильської атомної електростанції, от вам, наприклад, подвійний там, або щорічний обов'язковий медичний огляд для того, аби перевірити своє здоров'я, для того, аби пройти певних лікарів і поспостерігати за самопочуттям вашим? Есть такая вимога? Вы понимаете, вот поначалу, после этой трагедии, где-то 87-88 год, ну, как бы вам сказать, пока горячо было, устроили там какие-то и реестры создавали, значит, и действительно на каждый год там, или полгода, я уже не помню, диспансеризацию, проходить, потом оздоровительные, значит, всевозможные путевки там в санатории, какие-то там профилактические мероприятия, льготы там начали, все. Ну, было. Это вопросов не отнимешь. Что то так, что так, то так. Но постепенно все это сгладилось. Это я вам откровенно говорю, потому что вот я, допустим, уже несколько десятилетий, скажем так, ни разу не пользовался бесплатным лекарствами. Потому что
доходило до того, что это был год или два, что, когда можно было, значит, этим пользоваться. А доходило до такого унижения, что приходишь в эту аптеку, на тебя смотрят как на это, и начинают, значит, хамить, грубить, что у нас таких лекарств нет. Что вы, мы говорим, ну допустим, говоришь, вот ну, мне же надо это лекарство, вот, пожалуйста, рецепт, все. Вы скажите тем, кто рецепт вам дал, пусть они нам сначала деньги дадут. Ну, вообще такое, скотское отношение было. Оно, кстати, и сейчас не лучше. Шкода, що так, на жаль, відбувається? Ні, я не хочу сказати, що там взагалі нічого не роблять. Ні, питань нет. Ну, кому як повезет, скажімо. Зараз треба вибивати путівку обов'язково. Обов'язково. Потім встановили якийсь ліміт. Скажімо, якщо ти в цьому році був, брав путівку безплатно, то в наступному році не отримаєш. Вот. Uh-huh. А о том, что там бесплатные лекарства, это уже забыли. Там чтобы квартиры обещали, и машины обещали. Об этом даже какой-то, даже не то, что речь, а никто и не заикается. Ну, зараз якось поступово більше зверне увага на учасників антитерористичної операції. Це, звичайно, нормальна ситуація, але чи не забувають, власне, про чорнобильців у такі часи? Ви розумієте, а нас теж не забували перше время. Потім забули. Я не хочу кощунствовать. Ну, может быть, такое из АТО. Закончится АТО, пройдет время, и забудут и об этих ребятах. Пусть это... Говорю то, что думаю. Те, що актуально, так про нього згадують. Скажіть, будь ласка, от прийнято вважати про те, що як тільки надходить дата, 26 квітня, відповідно, всі згадують про таку подію, яка, на жаль, трапилася в нашій країні. У школах проводяться певні лекторні такі моменти, тобто ознайомлюють детальніше з цією інформацією. Так само в університетах можуть висіти певні оголошення. Як саме от у вас відбувається серед ваших колег відзначання от такої події? Ну, вот что касается, я ж всю жизнь проработал в пожарной охране. Так связана моя жизнь, и мой отец работал в пожарной охране, сын сейчас работает в пожарной охране, я работал. Но то, что у нас эта традиция свято соблюдается, то это так. Вот, допустим, нас каждый, допустим, вот когда... Чернобыльская эта трагедия произошла в апреле. И 14 декабря, когда празднуют, отмечают, вернее, не празднуют, День ликвидатора, вы знаете, да? Вот, нас обязательно, вот и пенсионеров, и ликвидаторов. Ну, слово само ликвидатор, конечно, ну, это упустим. Просто тех, кто там был, кто принимал участие, кто внес свою, так скажем, то, что он должен внести, то всех приглашают, отмечают, як кажуть, шанують. Що не отнять, то не отнять. Пане Дмитрович, таке запитання. Ви, як учасник тих самих подій, ще й брали от участь, як розповіли нам, що в ліквідації ще й бетон здавали під реактор і так далі. От нині ж його вже починають закривати, проєкт саркофага підходить вже до завершення. Як ви думаєте, наскільки він взагалі врятує от ситуацію того, що більше там не буде з нього і радіація вилітати там і так далі? Наскільки це взагалі необхідна річ? Ви знаєте, я, коли ще в маї 86-го року був там по роботі, значить, участвував в ліквідації, то мав можливість бесідувати. Он представился, ну там же все были переодеты, кто, что, должности какие, никто ж не знал. Я просто познакомился с одним молодым, почти мой ровесник, так разговорились. Вот. И он мне так говорит, что да, говорит, придется. А почему разговорились? Пожарные машины начали наши, когда мы ставили их на канал, там производственные каналы, для того, чтобы забирать воду, то они поехали по газонам. Ну, я начал делать замечание, что вы делаете, значит. А этот товарищ ко мне подходит, говорит, да, не волнуйся, потому что эту землю будет снимать вообще, утилизировать и так далее. Так что ты особенно сердце не рви. Ну, мы так с ним разговорились, он оказался, ну, как-то у него должность, ну, типа заместитель министра угольной промышленности Украины. И мы так с ним разговорились, и он говорит, что... Он, наверное, видел специалист, но специалист по этим всем вопросам был. Говорит, что это надолго, вся эта беда. Я говорю, а что теперь будет делать? И он говорит, ну, скорее всего, что его надо закрывать, этот саркофаг. Ну, в смысле, реактор саркофаг. Это же в то время, когда еще ничего не было принято. Он делился своими мыслями. Говорит, закрывать, но, как его слова, толку это даст мало. Вот его слова.
Потом закрыли, когда саркофаг, мы уже ездили туда, ну, типа я потом же работал здесь по роду службы, мы там проводили совещания непосредственно на станции. И мы ездили туда, так я походил по тем местам, это прошло уже лет 10 тогда, и подъехали к этому саркофагу, и нам же там показывают, рассказывают, как специалистам, это не экскурсия была, а это было республиканское совещание, и сказали, что вот смотрите, вот этот саркофаг, там щели, видно небо. Ну, как это нам объяснили? Мы же это сами не знаем, мы так или не так, видно небо, это же какая-то защита. Почему приняли решение, видимо, чтобы создать еще один вот этот саркофаг? А повлияет, не повлияет, ну, не знаю, честно говоря. Ну, то, что там после аварии, там же какие чудесные места. Вот мы жили в то время на Трубазе. Там природа чудная. Это все же заражено было. Представляете, как оно все пройдет? Никто ж не знает. Никто. Ви знаєте, нині туди організовуються екскурсії, наприклад, дітей, школярів, студентів відвозять. Хтось, можливо, сам ініціює поїхати туди і подивитися, що там власне, аби відчути, як то воно, зона відчуження, да? Коли ти бачиш будинки, коли ти бачиш майданчики, коли ти бачиш дитячі садочки. І знаєш, що тут уже давно ніхто не проживає. Що можете сказати, якщо здорова людина перетинає все ж таки оцей кордон, приїздить на територію, де є, відповідно, це зараження, чи може, чи безпечно це взагалі? Ну, опять-таки, я не спеціаліст, і не знаю, там, спеціалісти говорять, що зараз особи такої опасності, там, отримати якусь сверхдозу такого-то там зараження, ні, не существує. І туди ж, як ви знаєте, організували екскурсію, наскільки я знаю, позапрошлому году це було, і ми їздили вже, от я в статусі пенсіонера, нам спасибо руководство управління організувало екскурсію туди переїхати, посмотреть. От. Я вам чесно скажу, не знаю, наскільки там серйозно. Там же, во-первых, дві зони, не одна зона, 30-кілометрова є, и 10-километровая. Вот 30-километровую еще можно, так сказать, спокойно ездить, не опасаясь каких-то последствий. А вот уже 10-километровая, там уже, так сказать, туда пускают только, ну, скажем так, специалистов по необходимости там и так далее. Поэтому я, лично я считаю так, что, конечно, чтобы поехать туда, надо посмотреть. Угу. Это, ну, детей же, вряд ли это нужно делать. Во-первых, дети, я вам скажу, они уже это не воспринимают. Они, для них это, ну, какие? Ну, имеются не маленькие дети, а вот, скажем, школьники сейчас. Для них Чернобыль это... Вот спрашиваешь, допустим, там, вот я сейчас общаюсь, работаю в институте с курсантами, они для них это... Хотя по профессии, что они тоже пожарники, пожарные, ритуальники. А вот взрослым, я считаю, что стоит поехать, посмотреть, вот почувствовать вот то это вот... Ну, там, конечно, уже навели порядок. А мы же были, видели, когда все это нараспашку, все раскрыто, все эти села проезжаешь, и коровы бегают, вот эти, значит, живность эта бегает. Ты ее же не забирал, кто ее забирает? Потом ее отстреливать начали. Это, ну, в общем, вот такое было. Бардак был. Сейчас, конечно, навели порядок. Вот тогда повезти, показать, другое дело. А сейчас, ну что, приедут, покушают, посмотрят лозунги, все ура, все хорошо, все чистенько, побелено, пострижено. А показать вот эти кусты, которые выросли выше, чем деревья, от чего они такие стали? Или от радиации, или просто за них никто там не ухаживал, то это уже ж не покажут. Пане Товариче, таке цікаве запитання. От нині існують декілька таких взагалі варіантів, що робити із зоною відчуження. Одні пропонують зробити там, як ніби кладовище атомних відходів. Інші пропонують відновити станцію. Деякі говорять, що взагалі потрібно цей просто проект, цю зону відчуження, і так і далі продовжувати, щоб людей там не було. Які ваші думки? От цікаво, що ви думаєте, потрібно зробити з нею далі? Ну, ви знаєте, от смотрите, людей, щоб там не було. Ну, от... Даже в то время, когда я там был в мае месяце, людей было полно. И возвратились туда люди. Мы там были, вот я конкретно говорю за себя, то, что видел. 13 мая я оттуда уже уезжал, обратно в Киев мы ехали, а в обратном уже направлении ехали люди. Ну, потому что естественное желание человека, он бросил свою хату, бросил свой дом, посмотреть, что там с ним сделалось, что там... Ведь мародеры ж были с первых дней аварии. Первых дней я сам
был свидетелем, когда вот, значит, была такая ситуация, надо было срочно там обеспечить быт наших спасателей, надо, короче, было взять матрасы. Обычные матрасы. И нам дали там записку в этот какой-то техникум там в самом городе Чернобыле, в общежитии, взять эти матрасы. Я приезжаю, никого нет, ищу коменданта. Нет, смотрю, стоит москвич, пикап, загруженный там магнитофоны, приемники, все. Выходят два таких молоденьких хлопчика. Я спрашиваю, вы тут живете или комендант? Они меня увидели, а я еще в форме тогда был. Только мы приехали. Они меня увидели, быстренько машины смылись, извините за такое выражение. Оказалось, что это мародеры обычные. Вот поэтому, вы понимаете, люди, ну, свойственное такое, что беда пришла, кому беда, кому нажиться на этом. Поэтому, конечно, то, что люди возвращались туда и будут, и уже там живут целыми селами, насколько я знаю, вот мне рассказывают. Как использовать эту зону отчуждения? Ведь вы учтите, что там же очень много. Вот если брать пожарную технику, там же ее так и оставили использовать. То, что вот, допустим, я по себе тоже опять сижу. Вот мы три машины ПНС, три машины рукавные, как поработали, их там оставили, их же не выводили. То есть сделали могильник этот. Но опять же менталитет людей, начали эти машины разбирать, потом вывозить вот это запчасти за зону, продавать. Где оно сейчас ходит, по какой, значит, территории, по Украине, может, и в других, скажем, республиках. Мне кажется, что все-таки зона должна быть зона. Коль произошла беда, коль там вот такое, ну, непригодное для нормального жилья ситуация, нечего туда, как говорится, ли. И институты там, какие-то эксперименты, наблюдения, конечно, это вопросов нет. А чтобы там опять, а тем более пускать атомную станцию заново, после того, что там произошло, ну, это мое мнение. Дякуємо вам, пане Дмитро, за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що ще раз нагадали про те, що відбулося кілька десятиліть тому, про те, що були люди, які насправді, ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям, поїхали, ліквідували. Сподіваємося, що для жителів України це не буде, наскільки знаєте, мутацій різноманітних, не буде впливати у гіршому випадку, але про це все ж таки потрібно пам'ятати, тому що така річ, на жаль, трапилася у нас на Україні, на нашій батьківщині. Дякую, що відали нас. Спасибо вам. Сподіваємося, що все-таки і пільги для чорнобильців будуть виділятися краще, і такі умови будуть покращуватися. А ми сподіваємося теж. Дякую, що завітали до нас на гостини. Ну, а нашим глядачам бажаю залишатися з нами. Маємо ще для вас безліч цікавої інформації. Зустрінемося відразу після музичної перерви.